Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы на канале Отличник Лайф. Сегодня в своем новом видеоролике по проекту Amazing Online я собираюсь начать делать какие-то мутки со своим имуществом. В первую очередь я хочу продать свой Mercedes, найти себе новую машину, либо что-нибудь еще подумаем, хочу купить дом. В общем, куда-то хочу потратить средства. Сегодня мы посмотрим, что можно из этого будет сделать. В свою очередь, не забывайте регистрироваться по промокоду Львоти на 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. И всем приятного просмотра и всем пока-пока. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы продолжаем играть на проекте Amazing Online. Сегодня в своем новом видеоролике я собираюсь затонировать свой Mercedes, потому что решил его оставить. Все-таки мы приобретем, наверное, какую-то квартиру, потому что... Ох, мой транспорт уже создан. А где же он находится, дорогие друзья? Я немного не помню вот этого момента. По-моему, находится где-то у закусочной под названием... А, ну вот, кстати, я сейчас вам покажу закусочные, которые добавили недавно на проект. Теперь в 24/7 каком-нибудь дефолт нельзя купить еду. Только вот в таких вот магазинах. То есть здесь вы можете приобретать еду. Давайте купим здесь напиток Байкал и, соответственно, употребим его на месте. Вот так вот он выглядит. Выпиваем, утоляем жажду. То есть вот такие закусочные, они добавлены абсолютно везде, где хотите. То есть в основных каких-то проходных точках. Там редко бывает еда, потому что ее редко завозят, потому что ее быстро раскупают. Но всего таких 8 точек на сервере, поэтому с едой у вас проблем не будет никогда. Итак, первым делом нам нужно поехать в СТО, чтобы затонироваться. Я хочу вам показать, как обновили маппинг Батырева, потому что я это сегодня только увидел. И наверняка еще никто из вас толком не успел зайти из-за того, что у вас там, я уверен, экзамены, ЕГЭ и все... Всякая такая, знаете, рутинная жизнь, да? Вот, давайте поедем. Я думаю, по наитию поеду, потому что плюс-минус помню, где это. Вот кат-вокзал, нам надо туда вот на вокзал. Так, нет, это вокзал, где проходят всякие мероприятия. Нам сюда не надо, тут, по-моему, отбивают всякие эти грузы, не грузы, там вагоны, это МВД, там еще какие-то опорные пункты. Вот это я знаю, что военкомат 100%, там автошкола была. Это добавили одежду сюда, то есть магазин одежды, вы можете приодеться. Кстати, мы можем посмотреть вообще, что по одежде добавили недавно. Потому что я знаю, что что-то меняли, мне интересно вообще, как сейчас выглядит одежда. Надо зайти. Ну, маппинг магазина остался таким же. Он обычный. Но одежда... А, одежда тоже осталась такой же. Мне казалось, что добавили что-то новое сюда. Те же, в принципе, солидные костюмчики. Ну ладно, мы это смотреть не будем, и так понятно все. Так, как нам отсюда выйти? Вот сюда нам надо идти. Я хотел сегодня затонироваться, купить квартиру. И, в принципе, у меня планов-то больше никаких и не было. Хотел вообще просто покататься, показать вам. То, что я уверен, что мои видеоролики вы включаете на фон, либо не на фон, когда там ложитесь спать, вам интересно посмотреть. Вот так вот выглядит теперь здание мэрии, там чё какой-то стоит наверху. Вот так выглядит автовокзал, теперь мега солидно. Ну, то есть, обновили здесь по максимуму, все стало намного приятнее теперь кататься, потому что раньше Батырева, буквально месяц назад, ну как месяц, меньше месяца назад, выглядело по-обычному, как бы, ну, абсолютно дефолт. Сейчас вот они очень много здесь видоизменили, вон там здание банка. Я уверен, что какие-то интерьеры еще поменяли, но я, к сожалению, до них не дотянусь, потому что мне надо иметь понимание, какие интерьеры поменяли, потому что я очень редко, когда какими интерьерами пользуюсь. Давайте тонировать заднюю полусферу нашу по дефолту. И не знаю, наверное, думаю покрасить белый цвет, пока лето, пока буду кататься на этой Ешке. Решил ее не продавать. Поставлю пока тонировочку вот такую вот. Лабаш затонируем, и сейчас в нелегалку съездим, то же самое сделаем. Передние стекла. Ну, по дефолту, короче, все тонируем. И, наверное, покрасим ее все-таки в белый цвет, потому что белый цвет это имба. Все. Так, теперь направляемся в нелегальный тюнинг. Ну, а как мы можем еще по-иному направляться, потому что... Так, нелегальный тюнинг в улыбке. Вот так он теперь выглядит. Так, изменить тонировку. Лобовое стекло, 15%, 1 200 000. Очень дорого отдавать за эту тонировку столько, но, блин... Ради красоты стоит и... что? Заморочиться, да? Вот так у нас переешка выглядит. Ну, я ее всегда такое делаю, это обычный какой-то дефолт. Так... Формат российского номерного знака. Ну, это мы сделали. Это у нас есть такое. Так, у нас то же самое. Там у нас все есть, короче. Тут у нас чел тоже приехал тонироваться. Так, ну у нас машина выглядит теперь мега солидно. Давайте теперь направимся в какую-нибудь нотариальную контору. Посмотрим, где вообще есть свободные квартиры, машины, дома.
Так, я думаю, нам надо в бизнес, риэлторы у дяди Мити. Погнали, дядя Митя. Так, вот сюда вот приходим, прилетаем. И сейчас посмотрим, что вообще по квартирам есть свободным. Потому что домов я не нашел, пока я их искал. Соответственно, домов никаких у нас нету. Нет, только квартиры. Так, парадная номер 27, квартира номер 4, 300, 303. Ну, давайте за 300, наверное, возьмем. Обычно такая дефолтная квартира. Интересно, где она находится. Это опять для меня большой квест. Судя по подъезду, я уже что-то такое видел. Слава богу, что на первом этаже так удобнее будет. Оплатим квартиру нашу на сколько? 720, 712 часов. Все, оплатили нашу квартиру. Она у нас оплачена на 30 дней. Я думаю, за месяц я успею ее еще разок оплатить. Ну, это отличное место, я считаю, в Южном. Мега хорошая квартира. Ну, маппинги Южного, я как знаю, не обновляли. То есть тут, ну, все вроде как обычно. Ну, вот и все, дорогие друзья. Вот такой вот ролик получился. Кому понравился видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Отличник Лайк. Не забывайте вводить мой промокод Лимонти. На 5 уровне 100 000 рублей, на 10 уровне 200 000 рублей. Всем пока.